Honor, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Поезжайте. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Назовите имя и пункт назначения. Агент 54. Уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Как ты? Я очень замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо.
Идем. Нечего тут делать. Нет! Не убивайте! Камней на колени! Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их идет? Ну, прямо как крысы. Изо всех щелей лез. Не до утра же тут торчат. Уже и ёсть отморозят. Мы их, небось, месяц будем вылавливать. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевелись! Быстро! Внутрь! Посмотри! Там Лютер! Ему никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя его бросать. Они же его убьют. Ладно, пошли. Стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Велено проверять всех гражданских. Нет. Нет, не надо! Сраные машины. Кэра, не нужно было рисковать из-за меня. Где Алиса? Рядом прячется. Кэра, ты спасла нас. Мы навек тебе обязаны. Бегите, а то заметят. Алиса! Лютер! Я думала, тебя убили. Я боялся, больше тебя не увижу. Думал, на автовокзале встретить, но по пути поймали. Идем. Мы близко, но времени мало. Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает? Может, в обход, чтобы не рисковать? Так мы точно не успеем на автобус. Да, но так безопасней.
Не нравятся мне люди с оружием. На нервы действуют. Успокойся. Ладно, Лютер. Ничего не делай, пока не скажу. Документы. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете? Мы идем на автобус через границу. Хочу отвезти дочь в Канаду, пока все не успокоится. Он заподозрил. Спокойно. Все хорошо. Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней? Она больна. У нее грипп. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, кругом девианты, все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Эй, погодите! Он понял, Кэра. Они нас убьют. Лютер, не вздумай, ты слышишь? Будут стрелять. Они убьют Алису. Вы уронили. Спасибо. Пожалуйста. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. В Детройте что-то происходит, мадам президент. Вот и он. Момент истины. Только немедленно, или мы будем стрелять. Ждите! Мы не хотим столкновений. Это мирная демонстрация. Повторяю, сдавайтесь, или мы будем стрелять. Пути назад уже нет. Мы просим освободить всех андроидов из лагерей и прекратить агрессию против нас. Мы хотим мира. Мы не будем прибегать к насилию. Но мы не уйдем, пока вы не отпустите всех. Откройте огонь по безоружным демонстрантам!
Не стрелять! Да, Майкл, события прямо в эту минуту разворачиваются буквально в сотни метров от нас. Мы продолжим держать вас в курсе происходящего. Джосс Дуглас, канал 16. Майкл, у меня все. Маркус, что нам делать? Держаться. Столько, сколько сможем. Сраный. Отступи, Коннор! И он будет жить! Прости, Коннор! Этот говнюк твоя копия! Автовокзал. Мы дошли, мы успели. Последний автобус в Канаду переполнен. Пассажиры допускаются по билетам. Далее автобусное сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Маркус. Стоп, проверка. Не шевелитесь. Кажется, ты нравишься Оливеру. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутеры я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну, пошли. Непостижимо. Как я умудрилась? Как это потерялись? Ты хорошо посмотрел? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну ладно. Нет, простите. Что же нам делать? Куда теперь бежать? Нельзя тут оставаться с Оливером. Прости меня, милый. Я не знаю, как вышла. Они же были у меня в рюкзаке. Идем, Алиса. Стоп, проверка. Билеты есть? Да, вот они. Все, проходите. Теми людьми и с малышом. Они погибнут из-за нас? Нет. Нет, конечно, нет.